8 класс, осень, сентябрь. Опа, у нас классный руководитель новый. Заходим, значит, садимся. Светлый день, такой, я помню. Вот, Николай Георгиевич, он степенный такой. С портфелем. Да, он такой красавец. Уверенный, такой самодостаточный, такой на него смотришь, чувствуешь, о, это совсем другое дело. А так вот единственное, что он перед моими глазами такой стоит, вот именно аккуратный, подтянутый такой, симпатичный. Красивый, да. Да, 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 в общем, все это. Я помню его. Да, я помню его внешний вид, мне запомнился. Ваши уроки не прогуливали? Ну как же не прогуливали? Обязательно прогуливали. И как вы к этому относились? Если они прогуливали, то они сообща прогуливали. Ну правильно, да. Ну после беседовали, конечно. С вами и с директором, да, наверное? Нет, к директору я их не водил. Не доходил до директора. Я беседовал с ними во время классного часа. Я приглашал родителей. И сажал их. Родителей с детьми сажал. И они в эти записи смотрели и выводы себе делали. Николай Георгиевич, он преподаватель физики, а я всегда увлекался физикой. Поэтому, в принципе, он так преподавал этот предмет как-то необычно, по-другому немножко. Он даже как-то в то время, 65-й год, может, 66-й, 67-й, он говорил. Это не я один был такой, несколько человек в нашем классе были. Они, зациклены мы на физике. Вот. И он говорил, ребята, немножко, сейчас будет новая теория, которая все объяснит. А мы были любопытные, нам хотелось и в космосе летать, и на самолетах летать. Кто больше всего любите? Чего захочу, то и делаю. А лучше? Больше всего, да. Вы хорошо готовите? Ну, не сказал бы, что хорошо. Съедобно. Честно зато. Хотелось бы получше, но не получается. Получается? Про себя скажу, в 6 классе я немножко хулиганил. В классе мы хулиганили. Не похоже. Дневник был красный. Тряпками кидались, еще чем-то. В общем, дети, ну, когда пришел 9 класс, кончали, значит, уже все, что-то сработало в голове. Все. Последний год нам нужно переформатироваться. И вот Николай Георгиевич как бы на это дело все по-отечески. Без жесткости. Ну, родители, может, и вызывали когда-то. Ну, так, без жесткости. Я говорю, так, по-отечески. Все это вот это... как бы журил нас. Пушкина читаю и песни пою, и разговариваю. С ними разговариваю. А у Пушкина... Из-за этого он долгожитель. А у Пушкина что Пушкина... самое любимое? Все... Произведения. Все произведения, они у него все научные. Там все можно найти. Ну, а самое такое, вот отрадное. Да. Ну, вот сейчас я вот помню. Никчемно вы, душевным ты, она обмолвясь заменила. И все прекрасные черты в душе влюбленной возбудила. Пред ней недвижим я стою, и слова вымолвить нет силы. И говорю ей, как ты мила, и мыслю, как тебя люблю. Браво. Молодец, Владимир. Наши слова, наше уважение. Да, он какой-то легкий человек в общении. Не давит своим возрастом, авторитетом. Абсолютно. И в школе так же было. Очень красивый. Уважает как-то нас. А его фотографии я сбросила, где наш класс выпускной. Волнистые волосы. А у него сейчас такие? Ну, да. Вот в этом возрасте, да, всех по имени очень. Вы видели Николая Георгиевича, какими они глазами даже сейчас говорят про это. Да. Что бы вы пожелали сейчас нам всем? Вот просто в двух словах, чего бы вы пожелали? Ребята, живите дружно. И долго. Спасибо. И не теряйте друг друга.